Привет. Здрасте. Ах, вот как ты готовишься к передаче, зайца. Какой передаче? Конечно, откуда тебе знать, если ты на парах не появляешься? А завтра, между прочим, последний шанс, да. Хуже? Поздно, зайца. Приходи, не приходи, а больше двойки все равно не получишь. О, а ты, походу, Костян, тоже в армию засобирался? Капец, ты уже стал. Я думал, денег, да, как обычно, и все. А она таким вообще говорит, ну какую? Да, Танечка у нас такая честная и принципиальная. Как не подходит? Слушай, знаешь, я, конечно, мог бы с Таней поговорить. Только знаешь, у меня там нужно решить кое-что, заморочки. Ну, по-моему, мне больше поручил. Эти бабки дам. Больше? Только надо. Я готов бы деда Мазаем за 5000. Легко. Все с языком. Она решит ход войны. Нанесем удар такой чудовищный, что...